Здравствуйте, друзья! Хочу представить вам свою новую телегу, которую я сделал буквально за несколько вечеров. Купил в магазине металлический профиль. Этот 20 на 40. Здесь двойной 20 на 40, чтобы было жестче. Лодку переводить с мотором не рекомендуется, чтобы вес лодки где-то 65-70 кг. Ну, бензин, шмытье под 100 кг будет вес. Единственное, что здесь пришлось мне заказать, это ось для крепления колес. Все остальное продается в любом строительном магазине. Этот металлический профиль стоит у нас где-то 150 рублей за метр. Его ушло 12 метров. Вся телега стянута на болтах, на больших. Соединения все выполнены на обыкновенном металлическом уголке. Нарезал уголок. Просверлил, стянул. Вот все, что у меня получилось. Цена данного изделия в районе 3500, не больше. Ну и немного вашего времени. Инструментов много, только болгарка и электродрель. Все просверлено, стянуто. А ну, сварщик приварил мне еще ухо. И вот такая тележка у меня вышла. В магазине что-то подобное стоит, ну я так думаю, раз в 5 дороже. Вот. Короче, у меня получилась целая телега по цене трансовых колес. Скажем так. Вот. Попозже сниму видео, сейчас пообрезаю лишние хвосты у болтов. Подкрашу. И будем проводить ходовые испытания завтра на рыбалку. Все увидите. Всего доброго. Вот, кстати, стоит. Лодку хранить лучше всего вот так зимой. В надутом состоянии. Некоторые подвешивают, но у меня машина тут не стоит зимой. В другом гараже это вот под лодку. Лучше поднять от земли, потому что мышки могут пролезть и слопать вашу лодочку. Всего доброго.